На бородинский автомобиль такси улетел в кювет. Владелец подозревается в состоянии алкогольного опьянения. По словам очевидцев, Toyota Axio двигалась по улице Бородинской в сторону проспекта Столетия, но на перекрестке с улицы Гамарника водитель такси, по всей видимости, решил ненадолго прикорнуть и отправил авто прямиком в кювет, где и продолжил смотреть сны до приезда сотрудников ГИБДД. Нужно отметить, что перезагрузка пошла мужчине на пользу. Недолгий сон заметно освежил незадачливого таксиста. Комментарий о случившемся он давать отказался, но сотрудникам ГИБДД за кадром объяснил случившийся инцидент сильной усталостью и принял предложение пройти медицинское освидетельствование. Был ли водитель под градусом или действительно просто очень сильно устал, как говорится, выяснит следствие. Но в очередной раз хочется пожелать вам, господа водители, делать соответствующие выводы и не повторять чужих ошибок.